Prénom Alexandre, nationalité française, date de naissance, 12 octobre 1950, profession, auteur de cette méthode, domicile 69, rue de la Chapelle. 75-018 Paris, France Alexandre Pismini est né le 12 octobre 1950. On peut aussi dire 1950 à Lugansk, l'Ukraine. Dans ma vie, il y avait deux passions, le cirque... Et la photo. En 1976, je vois jusqu'à 1976, j'ai reçu le diplôme du photoconcours international d'assaut photo à Berlin, l'Allemagne, pour la meilleure photo dans le genre du portrait. En 1978, on m'a attribué la médaille de Durov au concours international des artistes du cirque de nouveau à Berlin, comme au meilleur du monde jongleur sur glace. Entre deux passions, j'ai choisi le cirque. Le 2 janvier 1991, après de longues années d'entraînement de intensif, j'ai signé le contrat pour le quatre ans avec le show américain sur glace, Holiday on Ice, où je travaillais pendant dix ans. Pendant six années, j'ai travaillé cinq fois en Allemagne, deux au Portugal, trois en Belgique, sept en France, quatre en Angleterre, une en Espagne, trois en Hollande, quatre en Italie, six au Mexique, Trois au Brésil, quatre fois en Argentine et dans d'autres pays aussi. Maintenant, j'ai la troisième passion, la langue française. Et si vous lisez ces lignes, c'est à dire que tout va bien chez moi aujourd'hui. 1950 – это обычный порядок записи даты – день, месяц, год. Заучите название месяцев. Жанвье, феврее, марс, авриле, мэ, жун, жюйе, ут, септембро, décembre. En 1976. Можно сказать двумя способами, как мы об этом говорили выше. 1976, а также 1976. До. О Португалии При помощи подсказок после цифр в скобках Научитесь правильно произносить цифры и числа. Разберитесь, как пишутся страны мужского и женского рода, а также страны с названием во множественном числе. Ознакомьтесь с вариантами конструкции. Если название страны мужского рода, М, то мы пишем это со слитным артиклем О, который обозначает А плюс Л если страна женского рода, об этом нужно смотреть в словаре, конечно, то мы пишем предлог «en», «en France», «au Portugal». Если страна имеет множественное число и мужского рода, то мы пишем артикль, слитный артикль «о» и получаем «aux États-Unis». А также, если мы говорим о названии города – то мы употребляем предлог «а». «Но» – «до фамилия». Само название «до фамилия» нам подсказывает, что это фамилия. «Письмени». Учите спрашивать кого-то о том, кто он, и отвечать на вопрос о том, кто вы. В разговорном языке «ву» запеле В стандартном языке Comment est-ce que vous, vous appelez? И в официальном языке Comment vous appelez vous? Ответ. Je m'appelle Александр Письмени. В обычном употреблении имя всегда ставится перед фамилией. Важно заметить, что во французском языке бывают и сложные имена, например, Жан-Поль, Ан-Мари и другие. Сапеле – называться. Перед нами возвратный глагол, который относится к первой группе спряжения и также имеет окончание «ор». Er. Смотрите, одиннадцатый урок. Но при спряжении нужно использовать два личных местоимения, говоря как бы «я», «меня» или «себя» называю. Здесь как бы действие глагола возвращается на самих себя. «Je m'appelle», «меня зовут» или «я сам себя называю». Матю Тапель. Тебя зовут Иль Сапель. Его зовут Ну Ну Запелон. Нас зовут Ву Ву Запеле. Вас зовут Иль Сапель. Их зовут. Дата до Как спрашивать кого-то о его дате рождения? Три формы. Вузетне Quand est que vous êtes né? Quand êtes vous né? Можно спросить и по-другому. Quelle est votre date de Где кел вопросительное прилагательное, которое согласуется и в роде, и в числе с существительным, к которому оно относится. La date это существительное женского рода, поэтому пишем прилагательное келля. В мужском роде единственное число келле, во множественном числе мы добавляем конечную с. В женском роде единственного числа келле пишется уже с «l» на конце и л удваивается, и множественное число добавляем конечную букву с как спрашивать о возрасте и как говорить о своем. Три формы. Vous avez quel âge? Quel Келяжа est que vous, quel âge vous Ответ Же suis en season. Задавая этот вопрос, вы должны употребить глагол «avoir» – «иметь». Вспомним его формы «je», «tu», «il», «nous avons», «vous avez», ils ont domicile. Как спрашивать адрес и как говорить о своем. Смотрите также урок 11. У habite vous? J'habite 69 rue de la Chapelle. Еще можно сказать так. Quelle est votre adresse? Votre âge votre adresse, votre относится здесь к местоимению vous. Немного упражнений. Прену Александро, заполните, употребляя глагол «сопели» в правильной форме. Вначале я вам зачитываю то, что есть в вопросе, а потом через несколько секунд даю правильный ответ. Comment est-ce que Comment est-ce Je Alexandre Pismeni Je m'appelle Alexandre Pismeni Et mademoiselle, comment? Et vous, mademoiselle, vous vous appelez comment? Moi, Jean-Paul Moi, je m'appelle Jean-Paul, et comment Et vous Comment vous, vous appelez-vous Moi, je m'appelle la première Irina. 12 octobre 1950. Péripichuitis liadu chiva brose, na vous. это вежливая форма. И потом ответьте. Здесь также я буду зачитывать вопрос. Потом будет небольшая пауза, после которой вы увидите правильный ответ. Comment t'appelles-tu? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alexandre. Quel Quel âge avez-vous? soixante ans. J'ai 66 ans. Où habites-tu? Où habitez-vous? À Paris. J'habite à Paris. Au potrémitier, quel Forme. Tu habites, tu habites quelle ville? Vous faites, vous faites quel exercice, sport? Quel sport faites-vous? Il travaille. Il travaille. Quelle leçon 69 rue de la Chapelle, Paris. Перепишите вопросы по данному образцу. Здесь вместо «кому за запели нужно употребить конструкцию с вопросительным прилагательным «кель», обращая внимание на род существительного. В данном случае у нас «ну» Où habitez-vous Quel est votre domicile Qu'est-ce que vous faites Quelle est votre profession Quand êtes-vous né Quelle est votre date de naissance Слова для запоминания. Ну, фамилия. прено, имя. Несанс, рождение. Профессион, профессия. Домисиль, место жительства. Пассион, увлечение. Жанр, жанр. nouveau новый. Портрет, портрет. Tout va bien. Все в порядке. Chez maintenant, si chasse aussi, toujours taquine, pendant t'ici en, en année, goûte.